Всем привет! Продолжаем гулять по пространству Эрарта. Музей представляет выставку интерактивных и аудиовизуальных объектов, созданных на базе французского национального центра электроакустической музыки Graeme Studio. Национальный театр электроакустической музыки был основан в 1982 году Пьером Аленом Жафреном и Джеймсом Жирудоном. Ну, так написано в анонсе. И в настоящее время, наряду с 7 аналогичными организациями, входит в систему национальных центров музыкального образования, учрежденная Министерством культуры Франции в 1997 году. Вот написано, что в основе всех видов творческой деятельности Грэма лежит тесная связь между искусством и наукой, причем немаловажную роль играют компьютерные технологии. Выставка «Звуки и знаки» в музее Эрарта – фантастическое пространство, пронизанное волнами света и вибрациями звуков, так сказанной. Экспозицию составляет порядка 10 арт-объектов, каждый из которых создает для зрителя уникальный контекст восприятия. Ну, знаете, что-то такое мне сложно сказать. Я не могу сказать, что мне понравилась эта выставка. Ну так, посмотрел. Действительно, медиахудожники Дени Вензан, Марк Коко, Эои Бенуа, Пьер Бессери, Скотт Чиче Куан, Джеймс Жуидон, Ян Аларе, Пьер Ален Жафрено, Синтара Имае. Большая часть работ, представленных на экспозиции музея Эрарта, создавалась на базе Национального центра электроакустической музыки Грэй в Лионе. Ну вот, собственно говоря, для того, чтобы быть в теме, вот просто посмотрите. Все, всем привет, до свидания, буду продолжать вас знакомить с выставкой в Эрарте. Пока-пока, до свидания.